Всем привет! Сегодня 29 ноября, пасмурный, ветреный день. Мы решили отправиться в магазин за рулем, посмотреть подогрев сидений на машинку. Очки одел, чтобы не заносило глаза. Погода минус 16, пишет телефон. Но с ветром оно все как 23-25. Транспорт выезжает. Поехали. Потихоньку. Идем на второй, на Приречную. Рынок на Приречной. Чуть-чуть сюда. Тысяча 300 по погребку здесь продается. Но не Емеля. А вот вы по греке есть? Нету. Нету, да? Понял. А еще лампочки, да? А мы не знаю, сколько, 22? 21. Ну, 21. Они такие. Бестокольные. Ну, бестокольные, да? 100 рублей? Не-не. Угу. О, 100 рублей. Вот 17. Как? Здесь эти багажники. Рамара. Накопитель для мотора. Ну я сейчас положу в кошму. У меня-то он так не греет. Еще наперед надо было бы на эту. Картонку поставь. Ну там надо все снимать, потом ставить. Ладно. А чьи они это? Китайские, Китай. Да? Да, конечно. А вот Емеля такие нету, да? Я вам открою секрет, Емеля тоже Китай. Только импортер Чита. А там это самое, ну нет, ну ладно, вы открыли секрет. А там это, этот стоит. А здесь что стоит у вас? Там же не знаете, да? Нет, я вскрывал раньше. Там проволочки такие задрыпанные стоят, и они рвутся. Сел просто, и она раз, порвалась эта проволочка. Ну, скорее всего, то же самое. Скорее всего, то же самое, Андрей. А почем они? 1800. Первый. Которая просто под задницу 700 рублей, но. Первая. А полностью 1300. Здесь 1800. Ну, а здесь дороже. Как Емеля 2, где я нашел. Просто Емеля 2, они лепят лейбл свой, продают. Ну это понятно, ладно. Я не про это говорю, но там сделана вот эта штука, которая ведется, улетка разорвалась, 8 лет проездила. Он, наверное, не... Месяц она не ездила, я второй не купил. Так он, наверное, не гасит задницу по сиденью, она не рвется. Так, а что у нас? Клипсы более абразивы, автоэмали, растворители. Пустынно на Приречке. Пошли-ка туда, посмотрим. Как, машина? Ну, а что? Toyota HR-V. 4 балла. Половины даже. 2,150. А сколько? Год-то какой? 17-й. А пробег? Нет пробега. Ну, пробег 50, наверное, нет. Toyota RUV. 1300. RUV? Это минивэнчик? Нет, мини-джипик. 1300. 4 ВД без пробега. Ну, видишь, какая красивая. Honda. Маленькая. Шаттл 11 год. 1167 без пробега. Максималка. Идем. Кожаный руль, мультируль, сиденье кожаное. Дизель, турбо, 20-й год. 1,8.
без пробега. 2,5 миллиона Mazda CX-3. Новая. Крутая машина. Да. Мотор. 11 год. Мало литраж. Здесь номерами стоят. С пробегом. Видимо. Видимо, скажут. А я сейчас во Владивостоке сразу все номера регистрирую. Ну, в смысле, на то место, где ты. И все дело. Перепаспорт даешь, прописку. На это дело все делаю. Да сейчас все что угодно, за твои деньги сделаю. 300 Toyota Highlander. Ну, нормально. Для сейчас. Какого? 10-го года? Один, наверное, хозяин. 14-й. Вот Toyota. Camry. 18-й год. Один хозяин. 2700. Фары, все дела. 2 700 000 за 6-летнюю машину. Как? За 6-летнюю машину 2 700 000. Сейчас так? Ну, пойдем вот здесь, пройдем. Почем ЦРВ? Здесь их две даже. Серый. Гибрид. Красотки. 1 100 000 219 год без пробега. 1 100 000 219 год? Миллион. Ой, 2 200. А, 2 200? Да, 2 200. Ну как бы это недорого. Ну да, я тебе говорю, не так в Владивостоке, однако дороже. Я вчера смотрел. А что он такая? А? Что он такая дешевая? Или так и стоит? Ну так стоит, наверное, как. Да? Это наш колпак. 11-й год, 1300, ничего себе. Это какая? 3,5 балла. Встает у них. А вот бегуни. Постоянно нового автомобиля. 340 000 рублей. 70 000 километров. 340 000? Ну, 347 000. Торг даже, обмен, зимняя резина. Какая модель стоит? А? Какая модель? Жигули. Пробег 1 километр. Ничего себе. Нива. Новая, ну? Сколько стоит? 1 000 000. Вот на них по горам-то есть. Это новая, ну, она новая, это в смысле, как бы вообще новая. Нифига себе. Ну все, по-моему, все есть. Муха не сидела. Муха не сидела. Но новая, 1 километр пробег. Семь шестьсот восемьдесят. Кто это? Танк 500, я не знаю, что кто делает. 7 000 000 рублей. 7 600, даже 7 700. 78. Это кредит уже, типа 80 000 платите в месяц. Сколько, 10 лет? А первый начальный взнос 3 800 000 000. А, 5 миллионов и по 80 тысяч платить, ну это... Нет, 7 600. Ну первый взнос-то 3 с копейками. 3 800. Получается 4, да? Ага. Это, а на сколько лет кредит по 80 тысяч платить? Я не... Нет, это... Нет, не стану. Что бензин? Бензину на месяц сколько ему надо?
немножко. 1 270 000. Нифига. Наверное, комплект полный. Да нет, резиновый руль. Старая машина. 97-й год, 500 000. Нифига себе. 97-й, 507. 26 лет в машине. Ну, да, он еще лет 10 отъездит. Ну а это полированный трек-то он. Видно, что его это подготовили. А сколько у Фреда пробег? Там не написано. Наверное, сотни есть. Наверное. 12-й год. Да. Куда бы говорная? Toyota Vox. 2002 год. Договорная. В Окси? Ну, 2002 год. А, 1700. Два 300. А какой год? Я говорю, 13. Так, 15 год. 2400. А 3 даже. Он новый, что ли? Ну, а выход пошли. 12 год, 12 год, 12 год, 12 год. Фрида. Народная, что видишь? Да, сейчас народная стала видеть. Есть ключевой электро. Ну, короче, двери, камеры. Ну, 1 200 000. Вот они в прошлом году были. Ну, по 600 они не были. По 800 были. По 500 были там, они постарше были. Не, я у них там был. Honda Stream, 10-й год. 1 300 000. Вот спайка. Honda здесь покупали, в этом здании. В марте 11-го года. Ну, в марте. На котором ездим сейчас. Третий мост, выезд здесь будет, в этом районе. Смотри. На стрелке за рулем приехали. А я не пошел там шариться, поэтому за рулем. Хиус на улице дует. Хиусятина. Ну, терпимый. Трамвайки бегают. Скоро наценят их на 3 рубля. По 33 станут. Жизнь кипит в городе. 1160 рублей уже. Вот это только поджог. Да? А что мне? Она без спины. А мне зачем спина? Вот. Емеля, точно, это Емеля едет. А вот такая ерунда. Подогрев. Берем. Мотор, да? Ну что, заводи мотор-то. Что? Включаем. Включай. Только надо это вытаскивать ее, включать и выключать. Понятно. Нормально она, что? А как она? Все, она работает. Все. Она должна сейчас работать. Ну, да, тепло идет. Идет? Да, он тут есть. Есть? Ну, Леха говорит, она вообще нормально греет. Идет? Ну, да, вот здесь тепленько. Я что-то ищу. Где все? А, ладно, давай, едем. Поехали. Ну, вот тут пятнышко нагрелось. Тут прохладненькая. Нет, ну, вот тут посередке. Спину что? У меня спина нормально. Хорошо греет? Нормально греет. Ну не жгет?
говоря, так она согреется, и выключил ее, вот, вот выдернул, и пусть она валяется. Ничего не говорю. Ну что ж, друзья, всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайк. Всем пока-пока.